О ценности соли известно с древних времен. Она была валютой, и ее выменивали на различные товары. Около 2000 лет назад в странах с жарким климатом соль стали выпаривать из морской воды. Намного позже добывать при помощи промышленной очистки залежи галита или каменной соли. В настоящее время лидером среди крупнейших производителей соли экстра на территории стран СНГ и Восточной Европы является предприятие «Мозырьсоль». Огромные залежи соли на Мозырщине были обнаружены в 1975 году. Спустя десятилетия на этом месте начал работу солевыворочный комбинат. Белорусское белое золото залегает на глубине от 600 до 1300 метров. Сейчас Мозырьсоль – крупнейший производитель соли в Европе. Высокое качество продукции подтверждено многочисленными престижными наградами на международных выставках. А в 2002 году предприятие получило в подарок от партнеров самую настоящую звезду. 9 величины в созвездии Стрельца. Доля потребления соли для пищевых нужд незначительна по сравнению с объемами ее использования в промышленных целях. Хлорид натрия в различной концентрации и разных агрегатных состояниях используется почти в 14 тысяч видов производств. Основной вид соли, который производят на Мозырьском предприятии – высококачественная выворочная соль. Это базовая основа, используя которую здесь выпускают еще около 50 наименований продукции. Предприятие способно реализовывать и производить в год более 400 тысяч тонн соли. В линейке предприятия имеется широкий ассортимент продукции. Это как приправы, 8 наваний, а также соль пищевая, экстра, морская соль. Также имеется продукция технического назначения. Это гранулированная соль для посудомоечных машин, что рекомендуют постоянно использовать производители данной техники для долгосрочной работы данного оборудования. А также таблетированную соль, что является необходимым средством для водоподготовки и для технических нужд. Стоит отметить, что на данный момент балансовые запасы белого золота в Мозыре составляют порядка 500 миллионов тонн, промышленные – 54. Такого объема соли достаточно еще на 20-25 лет работы предприятия. В дальнейшем необходимо будет проводить доразведку. Действительно, ассортимент продукции предприятия «Мозырьсоль» довольно широкий, а вот почти 30 лет назад здесь выпускали соль йодированную, фторированную, с пониженным содержанием хлорида натрия. Дальнейшая модернизация предприятия, повышение уровня качества продукции позволит наладить в 2005 году производство таблетированной соли, а затем и косметических солей для ванн. Еще один новый вид продукции – приправы сухие – появился у предприятия в 2007 году. Примечательно, что при их производстве не применяются усилители вкуса, красители и ароматизаторы. В их основе соль, обогащенная йодом в сочетании с сушеными овощами и специями, а в 2015 году предприятие освоило выпуск соли пищевой морской «Солера». Несомненно, за годы работы производства высокая качество мозырской продукции смогли оценить не только отечественные покупатели, но и зарубежные. «Мозырьсоль» ориентирована на экспортные поставки. В своей разрезе ассортимента продукции и реализация происходит следующим образом. Более 80% идет на экспорт и порядка 17,5% идет на внутренний рынок Республики Беларусь. Основные рынки сбыта «Мозырьсоль» – это Российская Федерация, более 70%, а также ближайшие страны СНГ и дальние зарубежья. Основные страны – Прибалтика, Польша, Сербия, Болгария, Румыния, Молдова, Азербайджан, Казахстан. Надо добавить, что покупателями продукции «Мозырьсоли» являются такие известные компании, как «Галина Бланка», «Нестле», «Макдональдс», «Проктер энд Гэмбл» и другие. На достигнутом здесь останавливаться не намерены. Служба маркетинга постоянно работает над расширением линейки ассортимента продукции с целью увеличения продаж и покупательского спроса. В ближайшее время планируется увеличить линейку приправ практически вдвое.